не отнимайте у женщин сигареты. Я вам серьезно говорю, и сами подносите спичку. Не ожидая просьбы, им нравится любой огонь и даже самый крохотный. Не отнимайте у женщин сигареты, они любят курить вдвоем и смотреть на вас сквозь облачко голубоватого дыма, чтобы знать, как вы к этому относитесь. И достаточно ли вы серьезны в темноте, незаметно переходящей в рассвет? Они всматриваются в вас, освещая огоньком сигареты. Это их фонарик. Бывает, сигарета погаснет у женщины, а поблизости не оказывается никого, кто бы ей мог снова дать огня.